таким выражением лица я просидел весь матч, начиная с первых его минут. А к середине первой четверти гости вели уже плюс 10 очков и весьма комфортно себя чувствовали. Хозяева же пытались вскрыть кольцо Уралмаша, но госпожа удача, видимо, совсем от чего-то обиделась на хозяев игры, и те лишь изредка забрасывали мячи. Оттого и болельщики были сдержаны на эмоции. Первая половина игры полностью по сценарию гостей. 5-22 и 16-22. Однако тренерский штаб Барнаула сохраняет спокойствие. К такому ходу игры были готовы. Хотели давать бой, но все понимали, да, что может быть и такой счет. Ребят предупреждали, чтобы носы не вешали, чтобы наши игры чуть впереди. Даем бой, хорошо выигрываем, еще лучше, как бы, но у нас свои задачи. Наши игроки заранее разработали план на игру, но по словам тренерского штаба, натиск атак ни фолами, ни защитой сдержать не смогли. Отсюда и огромное преимущество на старте игры. Барнаульские болельщики, несмотря ни на что, поддерживали хозяев. И в третьей четверти Барнаул даже на один отрезок перевернул игру. Счет начала второй половины игры 16-26. Отрыв сократили, и появилась надежда на яркую заключительную четверть. Настраиваются, наверное, на команды, ну там, да, уровня, ну там топ-4, давайте будем говорить. И, конечно же, проявить себя на фоне, это заявить о себе. Что, в принципе, в третьей четверти, наверное, и произошло. Ну вот, ну, спасибо команде, сохранили хладнокровие. Интриги не случилось. В заключительные 10 минут поединка Барнаул всеми силами рванул было вперед, но на результате это особо не отразилось. Четвертую четверть гости выиграли 31-19. Общий счет матча 91-66. И в целом можно было вернуться в игру, где-то мы хороший отрезок дали, там сократили, но потом с опытными игроками они подсобрались, и уже в конце на эмоциях мы нафалились, но ничего страшного, как бы бились до конца. После этого матча Барнаул опустился на 9-е место в таблице. Впереди выезд на Восток. 15 декабря матч во Владивостоке с «Динамо», а 18-го встреча с иркутской командой. А вот последняя игра этого года пройдет дома. 25 декабря Барнаул встретится с Новосибирском. Надеемся, на этой встрече госпожа удача улыбнется уже нашим. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.